В Югре готовятся к празднику Крещения Господня. К 19 января планируют обустроить более 50 купелей. Две из них в Когалыме. Для удобства горожан здесь установят теплые домики. В них с комфортом можно будет подготовиться к омовению, а после даже высушить волосы. Спуск к купелям оборудуют лестницами и перилами. Вместо погружения опустят деревянные кессоны. Скоро к делу подключатся ледовые скульпторы. Они оформят купель в виде креста. Деревянный короб строится, перила вбиваются в землю. Сверху ставятся такие помосты, типа ограждения, прорубь будет еще огражден. Ну и да, вот чисто из массива деревянное дерево, лестница деревянная. Добавлю, в этом году народная примета про крещенские морозы, скорее всего, не сработает. Синоптики прогнозируют аномально теплую для крещения погоду. В ближайшие выходные на территории Югры будет от 8 до 15 мороза.